Дорогие владыки, отцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с праздником, который имеет особое значение для всей святой обители и для всей святой Руси. Мы прославляем от всего сердца, от мыслей своих, с благодарностью святаго преподобного и богоносного отца Новосергия, игумена Радонежского и чудотворца, который, может быть, более всех святых, потрудился не только для духовного возрождения всего нашего народа, но реально для спасения народа от междоусобной брани и от нашествия иноплеменников. Кто щедро сеет, то щедро и пожнет. Кто скупо сеет, тот скупо и пожнет. Вот вообще-то эти слова надо было бы всем нам либо в памяти иметь и каждый день повторять, либо, как это иногда делали и цари, и святые люди, у себя в келье вывешивали рядом с иконами и, читая такого рода слова, назидались каждый день. Потому что не только от понимания этих слов, от их осуществления зависит общее благополучие, благополучие страны, народа, но и скажу, может быть, для многих непонятно, человеческое счастье. Человек не может быть счастливым, если он только приобретает и ничего не отдает. А когда мы отдаем, то, во-первых, заповедь Божию исполняем, и, во-вторых, получаем внутреннее удовлетворение. Даже иногда грешный человек сознает, даже очень грешный, что совершение добрых дел снимает тяжесть с души, какую-то жизненную перспективу открывает. Мне приходилось беседовать с людьми, не просто прожившими или проживающими плохую жизнь, а даже иногда и с теми, кто законы преступал, которые говорили, отвечая на мой вопрос, а что вообще помогает вам как бы на плаву держаться? И получал иногда такой ответ. Много плохого сделал в жизни, но когда вспоминаю о том немногом добром, что делал людям, это мне жить помогает. Это действительно так. Наша жизнь наполняется смыслом, подлинной ценностью тогда, когда мы не только принимаем, не столько принимаем, но когда мы отдаем. Вот это истина божественная, несколько парадоксальная для большинства людей, потому что, ну, как говорят многие, и рука вроде как-то устроена так, что к себе, ну и как же, если о себе не позаботишься, то кто позаботится? И в центре своей жизни человек полагает заботу о себе, в лучшем случае о семье, о ближних. Но даже заботясь о семье и о ближних, нередко о себе заботится больше. Вот это совершенно ложное целеполагание, не приносящее подлинного счастья людям. Человек, живущий для себя, в конце жизни вспомнить ни о чем не может. Ну да, все имеет богатство, дома, машины, еще чего-то. А о чем вспомнишь на краю жизни и смерти? О том, что у тебя богатый автомобиль в гараже стоит? Или два или три дома богатых? Не вспомнишь никогда. А если вспомнишь, то только с сокрушением. А вспомнить захочется о том, ну а что ты сделал по закону Божьему, по воле Божьей? Какое доброе дело ты совершил? Вот почему святые угодники и говорят, спешите делать добрые дела. Не успеете опомниться, как вот уже и конец жизни. А как туда идти-то без добрых дел? Что Богу-то ответить на его простой вопрос? Помог ли ты? Облегчил ли ты чьи-то трудности и страдания? И если никто не сможет из нас найти положительный ответ, Господи, с Твоей помощью сделал что-то, что мне казалось нужным для людей, находившихся в трудном положении. Если не найдется такого сказать,
то а как, какая тогда надежда на то, что Господь тебе скажет: «Войди в Царство Мое». Для таких людей Божье Царство закрыто, ибо вера без дел мертва есть. И говоря так, я обращаюсь не только к прихожанам, к мирянам, я обращаюсь к архиереям, к священникам, ко всем братьям своим и сестрам своим. Особенно, когда мы, то, что называется профессионально, постоянно служим в храме, в церкви, молимся, то иногда тоже наше духовное зрение затмевается. И обращая внимание на то, что является, ну, то, что называется каждодневными задачами и заботами, нередко опускаем из виду необходимость совершать добрые дела. Вот сегодняшний день нас учит об этом. Добродетель святых угодников – это то, что и приблизило их к Божественному Царству. Добрые дела, совершаемые нами, это то, что приближает нас к Господу и что является некой небольшой жертвой за наши грехи. Когда мы совершаем добрые дела, отдавая от себя другим, то тем самым мы реально приносим жертву Господу. Давайте запомним это и постараемся в меру сил своих совершать добрые дела, учить этой добродетели наших детей и внуков. А педагоги должны учить этому наших учеников и студентов. Важно, чтобы народ нас преисполнился той простой истины, что не может быть благополучия страны, народа, личного, семейного счастья, если мы не делаем добрых дел, ибо вера без добрых дел мертва есть, и нечего у Бога просить помощи, если сам людям не помогаешь. Вот этому научены мы сегодняшними словами божественными, этому мы научены и соприкосновением с жизнью святаго, преподобного и богоносного отца нашего Сергия, да и всех других святых угодников, как в нашей земле, так и по всему миру просиявших. Их молитвами да хранит Господь каждого из нас на пути спасения, да помогает нам с уверенностью, с убежденностью и с радостью совершать добрые дела, помогая ближним своим и дальним, и тем самым укрепляя веру свою собственную и принося радость тем, кто так иногда нуждается в нашей помощи и в наших добрых делах. Молитвами святаго преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и чудотворца, да хранит Господь землю русскую, град Москву, сию святую обители и всех, кто с верой и надеждой обращает к святому угоднику, особому угоднику земли русской, свои молитвы. Аминь! С праздником поздравляю вас!